Взываю к тебе силой крови и заклинаю именем. Услышь и приди на мой зов, Дея. Укажи мне дорогу к своим кровным родичам. Помедленнее. Шевелись, плотва. Отдохни. Похоже, там не лаванду держали. Может, стоит туда заглянуть? Подкова. С молокуром не хватило бы денег на коня. Браслет. Наверняка его обронила одна из них. Одежда? Здесь кто-то переодевался? Обе были здесь. Значит, я иду правильно. Она хочет показать мне что-то еще. Шевелись, плотва. Здесь уже побывали труповеды, но все равно стоит взглянуть. Надо осмотреть труп лошади. Ah!
Что у нас тут? Кости лежат тут уже какое-то время. Седло прогрызли. Трупоеды становятся все прожорливее. Следы огромных когтей. Это не трупоед. Не хватает подковы. Это стечение обстоятельств. Или конь потерял ее на старой смолокурне. Оторвать башку мог только кто-то очень сильный. Здесь они, похоже, наткнулись на какую-то могучую тварь. Будем надеяться, они все-таки выжили. Похоже, след ведет дальше. Держи. Рыбацкая хата? Наверное, он хочет, чтобы я осмотрел это место. А кто это? Идите в другую комнату. Чего вы у нас забыли? Наша хата с краю, ничего у нас нет, ничего не знаем. Мне нужны сведения, я ищу двух женщин. Жену и дочь кровавого барона. Никого тут не было, сударь. Может, хоть мимо проезжали? Девушка невысокая, лет 20. Ее мать худощавая, под 40. Видели их? Это ж она к нам ночью приходила, а, мам? Тихо, сынок. Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться. А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей ее отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и ее мать. Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности. Тамара-то, небось, сидит у моего брата в Оксенфорте. А с госпожой Анной тут другое дело. Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вроницах, у господина барона. Почему? Так он ее лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил. Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться. А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей ее отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и ее мать. Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности. Тамара-то, небось, сидит у моего брата в Оксенфорте. А с госпожой Анной тут другое дело. Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вроницах, у господина барона. Почему? Так он ее лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил. Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело. Я ждал их в старой смолокурне, привел коней. Лютый был холод, а темно так, что я на два локтя ничего не видел. Месяц стоял высоко, а они все не приходили. Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило, но наконец они явились, и отправились мы в сторону реки. Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь. Я решил было, что мне башку оторвет. А вдобавок, эти здоровущие птицы, их целые тучи кружили над лесом, а крик такой подняли, что аж в ушах звенело. Госпожа Анна крикнула и скорчилась.
Тамара взяла ее за руку, и я увидел, на ладонях у нее пылали знаки. Какие знаки? Ну, такие, будто ей кто железом выжег. На ладонях, изнутри. Выжег? Как клеймят скот? Ну да. Только эти знаки были не почерневшие, а раскаленные, точно живым огнем светились. Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще. Словно кто все звезды погасил. В одну минуту сверчки утихли, а из лесу вдруг такой рык раздался. Меня холодный пот прошиб. Я дух перевести не успел, как из чащи выскочило чудище. Огромное, что твой сарай, рогатое, и глаза горят, как раскаленные угли. Я-то думал, конец мне. Только чудище бросилось на коня госпожи Анны, башку ему оторвало, а саму ее в лес унесло. Наши кони, значит, мой и барышни Тамары, переполошились и понесли, куда глаза глядят. Только потому мы избежали. Тамара хотела вернуться за матерью, но, на счастье, жена ее отговорила, убедила, что одной ей ничего не сделать. Зачем ты вообще им помогал? Ты же здорово рисковал. Должок у меня был перед барышней Тамарой. 3 луны тому назад сын мой лежал в горячке, и мы уж думали, что не выживет. Тамара об этом проведала, принесла еду и лекарства. А то у нас нужда такая, что в доме шаром покати. Что тут скажешь? Спасла мне парнишку. Сам бы я не решился помогать, но жена мне сказала. Настал час войны и презрения, час вражды человеческой. Теперь должно за добро добром платить, потому что кто стоит без дела... Тот все равно, что зло творит. Ты женат на умной женщине. Жаль, вот только госпожу Анну не спасли. Спасибо тебе за помощь. А с тетенькой? Все с ней будет хорошо? Я сделаю все, что смогу.